Какой-то там с ней случай был во время блокады. Кстати, связанный с Соней. Нет, я плохо помню. Какой-то стакан, какие-то письма, какая-то шутка. Сколько Соне было лет? В 41-м году там ее следы обрываются. Но ей должно было быть 40. Да, кажется так. Дальше уже легче посчитать, когда она родилась и всякое такое. Да какое-то может иметь значение, если мы не знаем, кто были ее родители. Какой она была в детстве, где училась, что делала, с кем дружила до того дня, когда вышла на свет из неопределенности и села дожидаться перцу в нарядной солнечной столовой. Впрочем, надо думать, что она была романтична и по-своему возвышенна.